Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Эмилия Лерн. Я представляю группу компании ICL. Мы базируемся в городе Казани, Республика Татарстан. В частности, наше подразделение занимается производством IT-оборудования. Все компьютеры, вся линейка абсолютно от простых до сложных решений, начиная от тонких клиентов, заканчивая микроцодами и так далее. Да, мы здесь представлены второй раз, мы участвуем в этой выставке. Свой стенд у нас есть, и отличаемся от прошлого раза, не года, а раза, да, тем, что мы уже непосредственно создали ритейл-решение, это киоски самообслуживания. Вот, и это тренд, я послушала здесь спикеров, которые, и вообще, к чему люди стремятся, и крупные сети уже этим занимаются, и для нас это интересно, и самое главное, что мы это прекрасно можем делать. Вот, и пользуясь случаем, приглашаю всех, кто еще к нам не приходил, прийти на стенд 1.4, будем рады вас там видеть. Повестка нашего года как раз именно такая: делать кассы самообслуживания, делать вообще, в принципе, полностью все обслуживание покупателя без контакта с другими людьми, чтобы сохранить повестку нашего ковидного времени. Спасибо вам за вашу работу и надеюсь, что наша выставка подарит вам много интересных контактов. Будем очень сильно на это надеяться. Были полезные встречи, даже если одна была полезна, это уже не зря. Спасибо большое.